Здесь, безусловно, надо на хороший чекинг ходить через архитекторов, через ландшафтников и забирать большие проекты. Из мужчин в зале только эксперты. До участия в обучающей программе допускают исключительно мам. Заявки на женские бизнес-курсы подали 100 женщин, и лишь 40 из них узнали, как с нуля открыть свое дело. Очень много женщин, которые находятся в декретном отпуске, или мамочки, которые, к сожалению, не могут пока быть трудоустроены, и они готовы реализовывать свои бизнес-проекты и пробуют делать первые шаги в бизнесе. За 5 дней женщинам рассказали о базовых правилах ведения своего дела, дали возможность пообщаться с успешными предпринимателями, помогли составить бизнес-планы. В итоге программы – защита. Среди бизнес-идей – производство одежды, слингов, эрго-рюкзаков, фигурной сахарной ваты, открытие фотостудии, парк развлечений и даже школы благородных девиц. Мамочки с доченьками в выходной день могут просто в нашей школе отдохнуть, потанцевать дворянские танцы, порисовать, попеть. Бывают совместные группы мамы с дочками, бывают отдельно детки. То есть уже проект запущен. С февраля я уже провела 2 занятия, 2 выходных было. Боролись дамы за грант – 100 тысяч рублей. К слову, ученицы школы бизнеса для мам в центре «Мой бизнес» не потратили на обучение ни рубля. А Татьяна Антоненко даже смогла получить первые деньги на образовательный проект. Дарья Демилева, Андрей Печоркин. День с толком.